Всем привет! Вот мы тут. Сегодня пробуем поснимать на телефон. На Galaxy 7H. Да. Так названный камерафон. Сейчас мы едем покупать мангал и... Поужинать? Знаешь, что нам надо? Поужинать нам надо, потому что мы еще не ужинали. И да. Плюс колонку, наверное, еще купить хотим, потому что это музыку хотим. Мы завтра едем на шашлыки. Позвали очень много друзей. Вот. Будет весело, будем жарить шашлыки, слушать музыку хотим. Водочку будем пить. Сейчас временем 9:10. Ну, 9:10. Все магазины работают, поэтому мы надеемся, что нам удастся купить мангал и колонку. Поужинать не проблема вообще в любое время суток. Да, любое время можно. Ну, прежде всего, давай мангал съездим, купим. А это надо ехать туда далековато, поэтому жми. Кстати, мы вот по каким соображениям хотим попробовать Galaxy 7H вместо камеры, то есть поснимать вместо экшн-камеры, поснимать на телефон, потому что здесь стабилизация очень хорошая, и он очень хорошо снимает в ночное время. Только дорога, блин, плохая, и телефон трясется, капец. Да, посмотрим, что получится. Я думаю, что получше должно быть. Побывали и попробовали эти колонки. В одном магазине они оказались очень дешевые, ватные. Привет! Во втором магазине нам показались дороговато. Сейчас мы пришли в магазин, который называется Miniso. И они продают всякие... Да, и у них много. О, смотри, какие большие. Сколько стоит? Вот она, кстати. А сколько цена? 149 юаней. Нормально, что? Это Bluetooth, да? Да, Bluetooth. Можно через проводочек подцепить. Выключай телефон, будем тестировать звук. Кать. Угу. Подцепляться по Bluetooth, давай. Все, мы купили, короче, колоночку за 99 юаней черную. Качает вообще просто огонь. Пойдем оплатим. Мы решили все поужинать, потому что мы еще не ужинали. Время, блин, конечно, уже не для ужина. В общем, мы пришли в наше излюбленное место. Мы их называем шарики. В общем, берешь, набираешь вот такую корзину тофу, я не знаю, вот сосиски. Тофу вот такой вот. А почему мы называем шарики? Потому что вот они шарики-то, родимые. Шарики такие, такие, да, с начинкой шарик. Давай, и давай. Да, кстати, вот эти с начинкой, они побольше. Вот, начинка непонятно, тоже какая-то мясная вроде бы. Ну, очень вкусно. Да. Это проросшие ростки сои. Прикольно. Травы побольше давай, но... А вот, кстати, травка, мне кажется, здесь посвежее что-то. Ну, давай, бери. Кстати, цены. Вот, кстати, мы вот по поводу цен никогда не парились здесь.
ну вот, допустим, одна шпажка, допустим, будет стоить 2 юаня. Допустим, здесь, может быть, 1 юань или 2, я не знаю. Здесь уже вот подороже идут вот эти шарики, 3 юаня, вот это вот все. Вот. Там сосиски какие-то лежат, 3. Это по 1 юаню лежит, это вот что-то жареное, как тесто, или что, 2 юаня стоит. Вот. Ну, у нас где-то в среднем обходится около 30, может быть, 35. Ну, стрим будет, наверное, может, по 40 где-то. Вот этот период, этот клево вообще мне нравится. Так, уносишь эту корзиночку, уносишь все вот хозяину. Хозяин сейчас посчитает все это дело и будет варить все это дело в цветочке. Привет, привет. Она считает. Давай, я тоже потом пойду. Видимо, ждет, пока она закипит. Один день ла. Там у него сейчас все варится. Кипит бульончики. Ой, тим бодон. Иден-ден, тиндон. Да, он уже добавил всякие приправы, получается. Вот сейчас бульон наливает в ковшечек. Готовит бульон нам. Мешает. Вот сейчас добавил то, что варится очень быстро. Жена контролирует. Вылавливает еще все. Нет, просто мало. Чашка маленькая. Мы очень много еды сегодня взяли. Да там капуста больше. Но тем не менее, капуста это тоже еда. Короче, я хочу кинзы. Отлично, у меня будет еда с кинзой. Сессия. Все, нам принесли еду. Катя попросила съесть с кинзой. Ой, как пахнет кинзой. Я ее не очень сильно люблю. Катя очень любит. Поэтому приступаем. Наше очень любимое блюдо, потому что здесь ничего жареного нету. Все такое пареное. Лапшу мы не берем. В основном берем траву, тофу. Берем вот это шарики, вроде как что-то мясо похожее, ну арахис, я не знаю, яйцо маленечко перепелиное, ну все, и бульон, просто офигенный бульон, просто вообще божественный. Начнем с капусточки. Да, мне вот капусточка нравится, очень вкусно. Она совсем-совсем чуть-чуть заварена. Угу. Это хрустит. Бульон сильно наваристый, потому что не одна порция была, да, сварена в этом бульоне. Пьем.
Шарики. Как фрикадельки, очень вкусные. Мясной вкус, очень пряный это как-то. Такие шарики. Фаршированные. Кстати, хотел рассказать про это кафе, ну, как бы вообще именно про систему их работы, что ли, я не знаю. То есть, получается, работает сейчас семья, вот, получается, муж, жена работают здесь. Живут и спят, естественно, они не здесь, потому что здесь нету условий. Здесь просто чисто кухня у них. Вот. Скорее всего, в этом доме они, может быть, живут наверху. И работают, то есть как, когда захотят, откроют, варят, парят, там, кормят, работают и так далее. То есть у них нету определенных часов работы. Когда они проснулись, они выходят на работу. Да, все рядом, спустились, открывают лавочку и просто начинают варить шарики. И варят целый день до поздней ночи. Да, кстати, они вообще работают очень допоздна работают. Ребята, мы на этом подытожим. Мы съели заказанное, то есть очень было вкусно, нам очень еда такая нравится. Вот. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.